табабын я, жүршілік беріп бешке жақтуған я, туған я, ошығын қайылдыққа туған я, туған я, тапына күлдер, қатына ашына, етуіна тұр, түзгерді. Давай быстрее. Давай, Сёма, внимание. Что ты? Телефон. Все же будет. Сначала вам. На сцене нас поснимай, пожалуйста. Да. Уважаемые артисты, готовность номер один. Уважаемые. Внимание, объявление, к сведению взрослого и детского населения. Не сидите по домам, все спешите к нам. Культуры татарской напевный узор вплетается в общий татарский ковер. Встречайте здесь с открытой душой. Рахимедегес, заходи, дорогой. Зазвучали, подпеваем и танцуем. На дворе народный праздник, наш веселый Сабантуй. Любимый национальный праздник Сабантуй. Праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа. Его песни, пляски, обряды и самые яркие национальные игры. Бег с коромыслом! Бой мешками! Бег с яйцом на ложке! Бег в мешках! Одно из самых зрелищных состязаний — национальная борьба на поясах «Крэш». Но самым популярным считается «Разбей горшок», игра, в которой с завязанными глазами необходимо найти горшок и ударом длинной палки разбить его.
Уважаемый Эмиль Венерович и Аяс Адипович, приглашаем вас принять участие в игре «Разбей горшок». Коллега, конечно же, под самые-самые теплые, самые громкие аплодисменты. Савантуй, весенний праздник! Праздник дружбы и друга! Играй и смейся громко! И танцуй как никогда! Шум веселья над полями! Веселись, батыр, ликуй! Всем народам дарит радость! Славный праздник! Савантуй! Тоже попал! Народный праздник Савантуй готовился с давних времен. Молодые девушки вышивали и шили полотенца, платки и рубашки, которые становились основной наградой для джигитов, участвовавших в народных играх и состязаниях. Уважаемые гости, приглашаем вас посетить татарское национальное подворье Юдазинского муниципального района Республики Татарстан. Со времен зарождения Савантуя прошло много веков, но живы традиции. Савантуй сегодня покоряет своей силой, удалью и красотой. Надо же не честно.